Так, вот у нас чеснок, шоколад. Один из самых темных и при том крупных сортов. С фиолетовой комнаты. Вкус вообще обалденный. То есть они коричневые, темно-коричневые внутри и фиолетовые снаружи. Вот. И урожайность, конечно, очень хорошая. Завязываемость, прекрасная завязываемость. И вот видно, что на всех этапах. То есть кисти одна за другой идут. И вверх поднимается. Ну и урожайность, конечно. Их очень-очень много. Это чеснок-шоколад от Помидома. Урожай 2017-го.